कहते इन लोगों ने ही ये भक्ति धारा को भगवान से यहाँ पर लाए что мы делаем сейчас сегодня что нам видно это бхакти путь это откуда пришел это от все что преданные все от Кришна нам показали эта дорога или хари पद्मपुराण में एक श्लोक आया है अगर कलयुग में भगवान भक्ति करना है कलयुग में यहाँ पर तरह तरह का यहाँ पर लोग आएंगे तरह तरह का लोग भक्ति का नाम पर तरह तरह का प्रचार करेंगे लेकिन अगर इसको शुद्ध भक्ति प्राप्त करना तो भगवान कहते हैं मैंने चार महापुरुषों को जगत भेजूंगा इनको माध्यम से शुद्ध भक्ति धराएंगे पद्मपुराण आदम श्लोक Калиюг будет очень-очень разный, другой-другой путь люди будут показать вам, это они будут говорить, это есть бхакти. Ну, я, Падмапуран говорит, шлока, сам Господь сказал, Калиюг я буду послать 4 человек, кто будет вам показать, что есть настоящий чистый бхакти. Исилие, аби прашне, хамари, жо сампрадай, я атарай, я сатмусе сиддхант жукта, я сахи, иска праман кия. Но сейчас мы говорим, что наш путь правильный или чистый. Как можно узнать, что это правильный путь мы взяли? Если мы все, что мы делаем, это мы пойдем к Господу или как? तब यहाँ पर हमारे सारे गुरु परंपरा का सबके सब नाम दिया हुआ कैसे कृष्ण है ते चतुर्मुख सर्वप्रथम कैसे ब्रह्मा जी कैसे ध्यान किया और भगवान सर्वप्रथम कैसे वो ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी को कहते हैं ये गोपाल मंत्र फिर ब्रह्मा नारद जी नारद व्यास मध्वाचार्य जी कहते इसमें पूरा हमारी परंपरा भगवान से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसलिए हमारी जो परंपरा एकदम सही है От этой песни все чисто там написано, открыто, что откуда это пришел все. От Кришна сам первый получил Чатурмуха Брахмаджи. Он дал у него Гопала мантра. Гопала мантра потом это знание Брахмаджи дал Вьясадеву. Вьясадев дальше дал Мадхавендра Пури и Нарад Муни дал Вьясадеву. И вот так пришел нам. От Кришна как пришел это путь, здесь песни говорит нам чисто, как все это знание нам пришло. जगत में जो अलग अलग संप्रदाय देखने को मिलता है भगवान के नाम पर ये प्रचार कर रहे वो प्रचार कर रहे वो कितने कितने अभी संप्रदाय को अलग अलग देखने को मिले लेकिन उनका कोई प्रामाणिक संप्रदाय नहीं शास्त्र उसको नेगलेक्ट करता है कहते इसको दर आप भगवत प्राप्ति अपने Сейчас много народ приходит и говорит это что-то разные-разные ум, они разные-разные путь они нам показывают. Ну это как можно узнать это правильный или нет? Они могут это вам сказать много вещей, это правильно, это неправильно. Ну, посмотри, у него парампара, это чистая парампара есть от Кришна. Какой-то получил у него парампара? Нет. Они ничего не могут показать, как нам чистый здесь видно, откуда это пришел все у нас. Если вам, например, были пишите, то Питаджи говорили, говорили, потай не. То есть Матаджи говорили, потай не, Матаджи говорили. Когда говорили, то Матаджи говорили, потай не, говорили, то Матаджи говорили, то может это. तो उसको पता है तुम्हारी माता जी का माता जी कौन बोलेगी ये और तुम्हारी माता जी का माता जी कौन बोलेगी एक पर पता है बगैर माता जी का तुम कहीं आए तो उसको पता है ये सब कोई बात मुझे चता मेरे что если кому-то мы будем спрашивать что то твоя мать он будет сказать я не знаю твоя папа не знаю это возможно так нет это неправильно потому здесь написано что откуда ты пришел вот откуда отсюда отсюда я пришел и вот так дальше, в конце концов, мы пришли от Кришна, это здесь видно, чистый. Уси тарах, хамари жо парампара хай, хамто жо Бхагаван ки бхакти била хай, аби так хам жо кар рахе, е пура эйсе карте гатте, хамари Гуру Джи ка Гуру Джи, Гуру Джи ка Гуру Джи карте гатте, хам жаат Сиддха пхунча ки Бхагаван ки агар пхунча. Исилие хамари парампара ка сам экдам сахи, матло хам пура лайн ме хам каде ми, кина лайн ме хам каде ми. Сейчас, если кто-то будет спрашивать вам, вы можете сказать, что это я получил мантра от моего Гурудева, и наш Гурудев получил от своего Гурудева. И вот так дальше, в конце концов, видно будет, что они получили это знание от Кришна. Если удачно дать, если кисти сахи инжини ко саath ме, агар кой кой лага инжини ми, агар усме жуд жаега, во фери лакхя стане пом жаега. Вале исване ка жуда хо, лекин агар мол инжини ко саath ме жуда не хо, жаан ка кар дея. Ka
хорошо, я скажу вам, будет видно. Понятно. Посмотрим. Есть один вагон. Ну, у него есть уголь. Есть другой вагон. У него есть золото. Ну, если это вагон, у него локомотив, engine, как? Двигатель. А? Паровоз. Энергия нет, это engine как? То берут у него это. Поезд, да. Ну, вагон. Локомотив? А? Локомотив, да. Локомотив, если у него нету, это тогда золотой, это вагон тоже будет стоять один место. Ну, если локомотив есть, если угол там сидит, все равно он пойдет в свое место. И вот так тоже, это локомотив есть наш Гурудев. Если Гурудев не будет контакт, будет Гурудеву, тогда Гурудев может взять с собой. Если ними золотой человек, нам золотой, как мы, нам очень много квалификаций, все у нас есть. Но если локомотив Гурудев нету, тогда мы будем стоять в одном месте. Понятно? Когда Рамананда Сампрадай में वहां पर कई सब जितने लोग आते हैं वो Рамананда Сампрадай में वो Рамананда आचार्य जो जितने संप्रदाय आते हैं वो सब के सब एक श्लोक वहां उच्चारण करते हैं Рамананда Сампрадай तो приходит там один श्लोक они читают всегда से और एक श्लोक कहते कहते बयान तो श्रृंखला कर भी रामानुज दयानी इसका मतलब होता है कहते हैं रामानुज हम सबके साथ आपकी श्रृंखला में मतलब आपकी लीलाएं में हम सबके सब खड़े हुए हैं इसलिए आप जिस Рамананда Сампрадай में जितने भक्त लोग आए वो कहते हैं हम सब लाइन में हम सब खड़े हुए हैं इसलिए हे रामानुज कृपा हम लोग हमारे ऊपर में आप कृपा करो क्योंकि हम आपके लाइन में खड़े हुए शिष्य परंपरा में हम खड़े हुए हैं इसलिए आप हमारा पर भी क्योंकि को रामानुज आचार्य वो संप्रदाय का मूल है जो हमारे साथ लाते हैं Там все предмета, санскрит я не знаю, переводит так, это что все, кто приходит к Рамананда Сампрадай, они говорят, что «О, Рамануч, мы пришли в ваш линии, потому здесь вы главный, это правильная линия, и, пожалуйста, нам тоже бери». Вот так тоже, если мы ставим это место, Гуру Парампара, где есть Шишья Парампара, правильный Шишья Парампара, тогда можно узнать, что мы правильную линию ставим, потому мы пойдем и своё место, хорошее, правильное место, мы пойдем сам. Если यहां पर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अगर किसको ये अभिमान आ जाए भक्ति जगत में आकर के उसका अगर इतना अभिमान आ जाए किसी चीज का अभिमान कहते हम इसी शुद्ध परंपरा में हैं हम भगवान की परंपरा में हमारे महापुरुष की परंपरा में हम प्रभुपाद की परंपरा में श्री भक्तिनाथ ठाकुर की परंपरा में हमने ये परंपरा में हम आए हैं अगर किसको केवल इतना ही अभिमान हो जाए कहते ये इतना अभिमान है उसको भगवान तक पहुंचा देते क्योंकि हम इसी परंपरा में हैं इसलिए तो तब पिशोल नाश परंपरे इसी चास तोल का उन दुमाएं तो तोल का नहीं होता कोई नस्त्राइन ऐसी चास что я пришел в ваш парампре, о Бхактинат Тхакур, о Шрила Прабхупад, о Гурудев, я пришел, о Махапрабху, я пришел в ваш парампре. Если только это настроение приходит человеку, можно узнать, что у его жизни successful. Удачно, успешно. Если я хабар говорю, если тумхари питаджи, питаджи, агар хо, агар Россия, кой раштра, питаджи, прайм министр, рада хо, अगर तुम कहीं जाके कह दो जो प्राइम मिनिस्टर हमारे पिताजी की हमारे पिताजी का उनका साथ में हमारे देश इनका ही रिलेशनशिप क्या होगा बड़े बड़े काम भी तुम्हारी वो आसानी से हो जाते हैं बड़े बड़े काम भी तुम्हारी तो उसी तरह कभी अगर किसका अंदर में इतना अभिमान आ जाए हम इसी परंपरा में हैं कभी उनको स्मरण मात्र से ही तुमको भगवत प्राप्ति हो जाती है इसलिए वंश семья, какой-то папа или папа, или вот так какой-то родственник, ваш был премьер-министр или президент, это Россия. И сейчас вы пойдете в какое-то место, вам надо что-то делать, какой-то офис вы поехали и сказали, что мой папа или мой папа, или вот такой мой родственник, он был президент, или он был премьер-министр. Тогда запросто можно делать, что вы хотите делать. Вот так тоже, если вам пришли такое настроение, что мы пришли такой парампара, о наш Гурудев или наш Гурудев, Гурудев, вот такие высокие преданные, тогда запросто мы поедем в духовный мир. Нам очень большая удача, что мы пришли такой парампара.
हम जितने बात बताए हम चाहते हैं आप सबको एक प्रचार में बनाना चाहते हैं, इसलिए आप जिस लाइन में आए हो परफेक्ट लाइन में आए हो, ये चीज को हृदय में धारण करते हुए हमको ये परंपरा व्याख्या करनी चाहिए। Я хочу делиться, что вы все стали один на один проповедник. И нам надо узнать, что вы пришли правильный путь, и наша парампара очень высокий парампара. Что я хочу, когда я ухожу отсюда, что я скажу вам, это нам вам надо взять, и каждый человек надо стать проповедник. जिसे ऐसे मैंने डुबा दिया गुरु जी का नाम डुबाना नहीं चाहिए, गुरु जी का नाम ऊंचा करनी चाहिए। Настоящий ученик есть такой ученик, что будет делать хорошо для Гурудева. Это не что мы все плохо мы будем делать, и что наш Гурудев будет плохое имя. Нет, ничего такого не надо делать, что наш Гурудев будет плохое имя. Надо делать такой, что наш Гурудев тоже будет горден, что такой хороший вещь делал мой ученик. Если этого бриха по сарвасрешта бриха манали, то фалси. फल से वृक्ष का परिचय होता है, अगर फल अगर गंदा फल हो तो वृक्ष का कोई महत्व नहीं। उसी तरह हमें एक बढ़िया बढ़िया फल होनी चाहिए जिसका खुशबू विश्व ब्रह्मांड में जाए। Как можно узнать, что это дерево хорошее или плохое? Это от фрукты. Если у него хорошие фрукты, тогда можно узнать, что это хорошее дерево. Вот так тоже Гурудев, тоже, если мы будем делать хорошее для Гурудев, тогда Гурудев тоже будет горден, Гурудев тоже будет довольный от нам, что посмотри, какой мой ученик. Хорошо. Дерево видно по плодам. Дерево видно по плодам. Остальное, что он сказал? Дерево इसलिए हमारे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ब्रह्मांड तारी के शक्ति धारी जाती है, महाप्रभु का भक्त भी इतने शक्ति है एक एक व्यक्ति एक ब्रह्मांड को तार सकते हैं। ये बता महाप्रभु सांग गवर्ष все написано так शास्त्र है, что каждый ученик महाप्रभु такой силы में, что один каждый человек может освободить целый мир. Okay? Hare Hare Krishna. Then Kirtan, Vrindavana Vasi Jata Vaishnava Rida, this Kirtan. Vrindavana Vasi Jata Vaishnava Rida. कहते जो जो भगवान ने जो भक्ति करे, कहते ये भक्ति का अंगम हमको ठीक ठीक रूप में जाने में चढ़नी चाहिए। जिस जगत में हम पैसा पाने लगे, हम किस लिए इतना 20-25 साल के पढ़े, भले क्यों किस लिए पढ़े, भले नौकरी करे, भले नौकरी करे क्या करे, भले पैसा मिले, भले पैसा से क्या करे, भले शांति सुख रहे, खाएंगे पिएंगे आनंद करेंगे, जितना जो कुछ करने का मूल हृदय से कुछ आनंद रहते जो हम सुख सुख में रहना चाहते, इसलिए हम 20-25 साल तक पढ़े। लेकिन जिसको पूछा जाए तुम सुखी हो क्या संसार में, कोई भी संसार में नहीं बताएगा हम संसार में सुखी, कोई बोले तन से दुखी, कोई बोले मन से दुखी, नहीं तो बोलेगा धन से दुखी, दुखी दुखी संसार में से। Это киртан мы поем, это что говорит нам это киртан. Шридхар Махарадж сказал, что мы учим себе 20 лет, и что все мы, нам надо делать в этом мире, все, что нам надо соблюдать анга бхакти, надо соблюдать хорошо, нормально, хорошо надо соблюдать. Когда мы учим себе, 20-25 лет нам надо учить в школе или институт, или вот так, и потом нам надо работать, нам надо работать, и от этой работы, что мы ищем от этой работы? Мы ищем деньги. Почему? Деньги нам дадут, может быть, какое-то счастье. 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 Может быть, какое-то дадут нам счастье. Потому мы работаем, потому мы учим себе. 20-25 лет так сильно мы работаем, так сильно мы учим себе. И вот так тоже, когда мы соблюдаем анга бхакти, тогда тоже надо узнать, что нам надо соблюдать все хорошо, надо, сильно надо соблюдать это все. Почему? Мы
Все, что мы делаем, наш селес, что мы стали довольны от этого, все деньги, от этого другой другой ситуации. Ну, проще любой человек проще, что ты довольны. Никто не может сказать, что это мир, что у него все довольны. Ну, кроме Господь предан, никто не может сказать, что это мир, что он довольны. ये हम लोग सारे हम जिसको हम जिस कीर्तन कर रहे हैं वो जीवन में वास्तव शांति सुख पाने के लिए इस वैष्णव परंपरा का कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम जितने अच्छे तरह से हम चीज को भजन करेंगे तब हमें सही सुख की प्राप्ति होगी, सही आनंद की प्राप्ति होगी, इसको इसको द्वारा ही जीवन में हम सही सुख ले सकते हैं। Почему мы читаем это все кирпичи? Почему мы поем это кирпичи? Нам надо хорошо узнать все, что настроение, какое настроение есть там. И почему мы поем? Потому что это есть один анга бхаджан. Это если мы будем соблюдать хорошо, тогда нам будет хороший духовный результат. Это перевод можно читать. Это... Прежде всего, я простираюсь в стоп всех вайшнав Вриндавана и подношу им хвалу. Я простираюсь в стоп у стоп всех спутников Махапрабху. В Нимачале и возношу им хвалу. Я молюсь о том, чтобы развить любовную привязанность к лотосным стопам всех преданных Махапрабху и Навадвиты. Я склоняюсь вот к стопам всех преданных Махапрабху из Гаудера Кша. Воздев руки к небу, я возношу молитву всем преданным Гауранге, в какой бы стране они ни жили. Пожалуйста, бабка Омин, я припадаю к стопам всех слуг Махапрабху, которые были в прошлом и придут в будущем. Я знаю об их величии и звиты Пуран, провозглашающих, что каждый из преданных Гауранги Махапрабху способен освободить целую вселенную. Рассказы о их славе пробудили во мне страстное желание обрести покровительство этих преданных, ибо каждый из них – спаситель таких грешников, как я. Можно попросить дорогих преданных телефонную вибрацию поставить? Разве способен я по-настоящему прославить их, лишиться гордыни и невежества? Я пытаюсь сделать это, думая, что смогу описать их величие. Но хоть я глуп и не способен воздать недостойную хвалу, все же сердце мое ликует, ибо Гурудева дал мне святое имя, кладезь нектарный Лил Кришны. Простите же меня грешного и позвольте стать вашим слугой. Эти вайшнавы исполняют любые желания. Они могут освободить от пут смерти и даже даровать прему, самое редкое сокровище, которого не найти в этом мире. Мне без проведения исполняется чистое желание. Поэтому дороги надо называть, и приходит свой самый хвалу, и молитву возлагаем на все свои надежды. Шри Кришна Чайтанна. Джо дире дире Махапрабху ка джо сикха дире дире дукта жа раха та, ки Бхактивинода Тхакур не ака ке пхэр унка раша кия ле, ке дикха мэл манджари Кришна дия ле. Это киртан написал Шрила Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур сам Камала Манджари. Что наш парампара, это еще один имя наш парампара есть, Бхакти Винод Дхара, это Бхакти Винод Парампара. А время было такое, что когда Махапрабху ушел, и стали все старшие преданные, то есть ушли от этого мира, тогда почти все, что знания Махапрабху нам хотел дать, это почти потеряли. Но Махапрабху, Бхактивинода Тхакур сам пришел в этом мире, и обратно он засчитал это все знания, это все наш парампара, и обратно начал это наш парампара, начал Бхактивинода Тхакур. Когда Бхактивинода Тхакур का कृपा ही है, अभी हम थोड़े बहुत जो भजन कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो फल आया उनमें वो दिव्य फल है, जो दिव्य फल रूप से प्रभुपाद, अगर प्रभुपाद नहीं आते फिर हम जो थोड़ी बहुत भक्ति भक्ति कर रहे हैं, कभी भी हम सोच भी नहीं सकते, कभी हम कहीं विदेश में वा होंगे, भारत में कहीं कोने में जन्म होकर के थोड़ी भक्ति हम जो जाजन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए संभव नहीं था।
Все, что мы соблюдаем, это Анга Бхакти, это можно читать, что это есть милость Шрила Бхактивинода Тхакура. Потому что Бхактивинода Тхакур сам трансцендентальный, у его сын тоже трансцендентальный, ведь Шрила Пуджава Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Когда он пришел, это он распространял имя Кришна, знание Кришна цели миру. И от его милости, то, что мы сидим здесь, в России, такое далеко место от Винди. И я тоже, он сказал, радовали какой-то далеко-далеко, очень такое место, деревня, там никогда не слышно было имя Господь. Ну, это есть милость Шрила Прабхупад, что был сын Шрила Бхактивинода Тхакур, что он распространял это все. महाप्रभु जो दुर्लभ प्रेम जगत में देने के लिए आए थे वो कोई साधारण प्रेम को देने के लिए नहीं आए महाप्रभु ने चाहे तो ब्रह्मा का एक दिन में महाप्रभु एक बार आते हैं कहते कलियुग को सबसे गंदा युग माना गया कलियुग में लेकिन ये जो कलियुग है ये कलियुग साधारण युग नहीं इसको धन्य कलियुग कहते हैं कलियुग Махапрабху приехал здесь, это время Кали-юга, и он хотел нам дать према. Это према, что это? Это према есть очень-очень редко. Према, это Кали-юга вообще считается, что самое плохое время. Ну, это Кали-юга специально, есть благоприятный Кали-юга. Почему? Потому очень-очень редко один Кали-юга, это через тысяч дней Брахма сам Махапрабху приходит, это Кали-юга, и это Кали-юга он начинает распространять Господь имя и Господь знания, и према он хочет дать. Это можно читать, что это есть очень благоприятный Кали-юга. Кали-юга мы, если Сатья-юга по Крита-юга мана дата, но сабкесаб Крита-юга, кьюнки в Сатья-юга мы лог сабкесаб дхарма чар чаран мы скрыты та, сабкесаб живан, сабкесаб бхаджан карты ты, Трета-юга мы дхарма ка ек чаран хатам валкини, Своем Прабху Рам, Своем Айн. आकर उन्होंने उस जीवन में धन्य द्वापर युग में साक्षात कृष्ण आए इसलिए जो तीन युग है बड़े बड़े युग है लेकिन होने पर भी भागवत ने बताया ये तीन युग के लोग धन्य होने पर भी वो तपस्या करते हैं हमको कलि युग में जन्म मिले लेकिन कलि युग को सबसे गंदा युग माना गया लेकिन महाप्रभु आए हैं इसलिए कलि युग में आने के लिए वो तीन युग के लोग इतने धन्य होते हुए भी वो तपस्या करते हैं कलि युग में जन्म Сатья-юг, у него еще один имя есть Крит-юг. Крит-юг можно читать, что благоприятный юг. Почему все, что люди там были, это время Сатья-юга, они все были преданы, они все соблюдали все анга бхакти, и они все были преданы. Ну, и третий юг тоже один, 25% дхарма там нет уже. 100% дхарма был Сатья-юга, но 25% дхарма не был третий юг. Ну, почему? Потому что Шри Рамачандра, Господь, сам пришел, потому можно читать, эта юга тоже стал благоприятной. И Двапар-юг, сам Кришна, Господь, сам пришел, тогда можно читать, это тоже есть очень-очень благоприятный юга. Ну, все, кто соблюдает аскеза, и все, что мудрецы соблюдают бхакти анга, почему они соблюдают? Они соблюдают анга бхакти, они соблюдают аскеза. То, о Господь, пожалуйста, нам дай, что ситуация нам дает возможность, что мы пришли к Кали-юге. И Кали-юге мы хотим радовать. Почему? Это есть благоприятный юга, потому Махапрабху сам приходит это Кали-юге, и он будет распространять Кришна према. Мы тоже хотим получить Кришна према. Пожалуйста, нам дай возможность, что мы радовали Кали-юге. महाप्रभु के साथ में हमने जुड़े हैं महाप्रभु धारा में आए ये साधारण बात नहीं ये बहुत बहुत जन्म का कोई सुकृति है समझो तुम लोग अपने इंसान नहीं कोई देवता बनेंगे जिसमें महाप्रभु संप्रदाय में देवता से भी बड़े देवता है विषय पिछली это Кали-юга. И вы все сейчас получили контакт Махапрабху или Махапрабху ученик. Можно читать, что вы очень-очень высокий преданный, точно. Он сказал, я думаю, что вы все полбог. Или я думаю, не полбог, даже больше, чем полбог. Это такой суприти, что вы получили контакт такой преданный, можно читать, это не простой суприти. Да, это он сказал, что это редко для полбога, что я такой удачи. Полбог. Вопрос.
कहते ये जो कीर्तन हम अभी कर रहे हैं कीर्तन को, ये कीर्तन अभी ये बता रहे हैं ये कीर्तन में, कहते महाप्रभु जो दुर्लभ प्रेम को देने के लिए आए, उद्धव जैसे व्यक्ति, उद्धव जैसे ज्ञानी भगवान का प्रेमातुर भक्त है, कहते भक्तों का अंतिम छोर है, कहते भक्त कहते एक ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी प्रेमातुर प्रेमातुर भक्त है, उद्धव को तब तक भक्तों के ऊपर और किसका नाम नहीं लिया गया, इतने श्रेष्ठ भक्त है उद्धव जैसे, ब्रह्मा जैसी जगत में कौन बन सकता है, हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा है, इसलिए वो प्रेम को पाने के लिए हरिदास ठाकुर रूप में आते हैं, स्वर्ग का इंद्र भी वही कलयुग में आकर जन्म ग्रहण करते हैं, इसलिए शंकर जैसे व्यक्ति कौन हो सकता है, संत ब्रह्म कलयुग में वो अद्वैत आचार्य बन करके आए वो प्रेम को पाने के लिए, इसलिए वो दुर्लभ प्रेम को महाप्रभु देने के लिए आए, ये बड़े बड़े देवता भी इस प्रेम के लिए तरसते हैं। Такой прием, кто все полбог, кто хочет, это можно читать, что какой редкий прием. Есть разные преданные, есть Шудда Бхакта, Гьяни Бхакта, Шудда Бхакта, Преми Бхакта, Према Пар Бхакта, Према Тур Бхакта. Према Тур Бхакта можно читать, это самый высокий преданный. Према Тур Бхакта есть Уддхав. После Уддхав такой высокий преданный еще никому нету, можно читать. Уддхав есть самый высокий преданный. Он тоже хочет получить Гопи прем и Кришна прем. И Шанкарджи. Шанкарджи сам пришел как Адвайтачарья, когда Махапрабху здесь пришел. И Брахмаджи, кто может читать себе больше, чем Брахмаджи? Брахмаджи сам пришел как Харидас Хакур. Можно читать себе, что все это полбог, кто же хочет, что они приехали, это земля, это линия Махапрабху, что они тоже получили Кришна прем. Или, когда Бхактивинода говорит, что прем к Махапрабху дали к лиай. प्रश्न है ये दुर्लभ प्रेम मिलेगा कैसे अभी Все, что он сказал, что вот такие полбог, то они тоже хотят это према. Ну это прем, как можно получить это прем? Как, что надо нам делать, чтобы мы получили это према? Там и процесс из киртана में, वो प्रोसेस को यहाँ पर बताएं. Это процесс, все написано, это киртана. इसलिए हमारे गुरु जी ये कहा करते थे कि भक्तिमान ठाकुर ने हमारे लोचनदास ठाकुर परमानंद ठाकुर ये जो कीर्तन जो किया है हम वेद वेदांत उपनिषद ढूंढ करके भी वो चीज नहीं प्राप्त कर सकते जो चीज उन्होंने साधारण कीर्तन में उन्होंने दिया है श्रीधर महाराज के वरिष्ठ तो मोय गुरुदेव सिद्धास कदा सो इसलिए मैं बुद्धि चितांस नोगा नोगा वेदा नोगा नोगा द्रुगो द्रुगो नेगी мини получим это все, что очень простой язык, очень простой, это очень простой киртан. Они все написали, Лочандас Хакур, Нарутандас Хакур, и остальные Бхактинот Хакур, они все написали, это запросто можно получить это. Это они показали нам путь, нам показали процесс, что мы получим, это очень-очень редко время. Хорошо. Mm-hmm. Если я киртан вы говорите, а вы эти вещи, которые Махапрабху сикха рэ, вот прем ко бане ке лие, हमारे अंदर में कुछ पात्रता होनी चाहिए ना बगैर पात्र से अगर कोई तुम्हारे की दुकान में गया तो कोई तेल व कोई चीज़ खरीद गया तुम्हारे पास में कुछ चीज़ होनी चाहिए जो देगा तो लेने के लिए इसलिए ये कीर्तन में बता रहे हैं हमारा पात्र क्या होना चाहिए जो पात्र को द्वारा हम प्रेम को धारण कर सकते हैं ну хорошо мы хотим это прямо ну нам тоже нужна какая-то квалификация если мы хотим какое-то масло или хлеб или что-то мы хотим покупать нам тоже что-то надо да что мы купили это ну сейчас Какой квалификация нам нужна, чтобы мы получили это такой редкий прем? Это Киртан говорит нам, Шрила Бхактивинода Тхакур, что какой квалификация нужна нам? Если мы же пахила же батаре, это дайна. Первый есть дайна, дайна смирение. Дайната мотлов, дина мотлов, дината. Если Шрила Махапрабху кэ рэ, если хамко Шудда Хари нам карна, то хамаре андар ме чар гуна хони чахи. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если мы хотим читать чистое имя, чистый бхакти, тогда нам четыре квалификации нужно. Исмес то сарвапратам хэ, кэдэ трини се бхи джада хамко дин хи банни чахи. More humble than me, Джас. Вид смирения чинтрана, третья шлока шикшашты. Дусра джо хэ, брикхэ се бхи джада хамме сахиснута хамни чахи. More tolerant than the tree. Более терпеливым, чем дерево. इसलिए दूसरों को 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 द
इसलिए अभी प्रश्न है, इसलिए इसलिए अभी यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए महाप्रभु का भक्ति, हाँ महाप्रभु का जो पहला गुण यही बता रहे, इसलिए इसमें एक दूसरों को हमें ये सम्मान इज्जत देनी चाहिए। क्या आप बता नहीं सकते? नहीं बता नहीं को आप बात तो कर दीजिए, कुछ चीज है नहीं Для того, чтобы учить кого-либо в духовной жизни, вы должны следовать тому, что изложено. Here, without giving to somebody respect and this spiritual life, they are telling, you know, there are six kind of offense of Vaishnavas. Six kinds of offense to the Vaishnavas. Есть шесть видов оскорблений преданных. Лоб так или иначе, лоб мелит, это Vaishnavas так или иначе. Шесть видов оскорблений преданных. Если вы хотите убить вашего, это оскорбление. Nindandi. If you do some criticize to somebody, this is the all Vaishnava Prasad. Нинда, то есть злословить или оскорблять. Yeah, criticize, yeah. By dvasti, if you are doing some envy. Envious. Envy of some Vaishnavas. If you are envious of some Vaishnavas. Envy. Envy. Гнев. 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 Вы не выражать гнев. Гнев. Гневаться на преданного. Yeah. Nindandi by dvasti. And if some Vaishnavas you are don't give to him respect, if some Vaishnavas come to you don't give to him respect, this is the offense. Если какой-либо преданный Вайшнав приходит, вы не выражаете ему почтение, да, тогда это является оскорблением. Yes, scripture tells you like this, this material work. If some police, some any, you know, some high class of police, meaning, you know, some police officer coming. If some ordinary police is given proper respect, you know, for respect, then he keep policeman. This is the, you know, this police officer, you know, this police, he keep this work. If you don't give proper respect, если вы не можете правильно оказывать уважение офицеру полиции, then the policeman can keep you out of the job, the high officer. Он даст, может дать пинок. Если какой-либо вайшнав приходит, и вы не указываете ему должное уважение согласно его уровню, вы должны махать три дня поститься, как пост. Так говорят шастры. And if some Vaishnava is coming, you know, you are not any happiness, you know. Oh, maybe this Vaishnava came, they say, I can give respect to him. So, you are not any happiness, then this is the Vaishnava. Если какой-либо Вайшнава приходит, и вы при этом не испытываете радости и счастья, Махаджи, то это тоже является как Вайшнава Парадхой. So, they are spiritually telling, this is the six kind of Vaishnava offense. Священное Писание шастры говорят, что это шесть видов вайшнава парад. So necessary to you are everybody, you are God brother and God sister, you are everybody. No? Необходимо, чтобы вы все духовные братья и сестры не совершали вайшнава парад. Yeah, you are everybody,
Understand? You are everybody God brother and God sister, everybody. So you are everybody Vaishnavas, you know. So necessary, you are each other, you try to everybody there to prefer respect. Махараш сказал, вы все братья и сестры в Боге, и вы должны не совершать эти вайшнавы, потому что вы все вайшнавы. Махараш перечислил, что вы между собой, а не Бог. Уже почти согласно уровню. Yes. So here necessary, you know, you are one, your father is the only one, you know. Our father is Vasudeva Narayana Goswami father. So you are everybody the children. Everybody children, we children. You are don't thinking, oh, he's a son and another is another. No. You are thinking you are only one family. You are only one family. Махарадж говорит, что мы все дети одного отца, ученики Шрилы Бхактиданты Нараяны Госвами Махараджи, и все мы принадлежим к одной семье. One family. So necessary you are each other together meet and together try to have our association big solution to spread, not a broken, necessary to spread, you know, so spread. Spread, spread means spread. Марш говорит, что мы все являемся членами одной семьи, потому что мы все дети одного отца, поэтому мы не должны быть разбиваться, мы должны наоборот расширять движение. Yeah. So this is the order of Gurudev and this is the order of Mahaprabhu. The Mahaprabhu order is the you are go to door to door and preaching my name. Once coming that day, whole world became Krishna consciousness. This is the desire of Mahaprabhu and this is the Guru's desire. Шриман Махапрабху в Чайтанья-чаритамрите говорит, что я хочу, чтобы мое послание было в каждом городе, в каждой деревне. И также таково желание Шрилы Гурудева. Yes, this is Gurudev's desire. So you are disciple of Gurudev, necessary man, fulfilled to Gurudev's whole desire. Это таково желание Шрилы Гурудева, это должно стать нашим желанием. Yes. So, then you are proper disciple. Итак, мы должны стать хорошими, правильными, преданными, действовать правильным образом. Учеником. And he also try, each other, if happening something, little bit quarreling, kadakabdam man ka asam jase ho. Может быть, мы друг другу не поняли, или что-то есть спор. Но если, да, если между преданными есть какие-то разногласия или спор, то... Yes, you have to try to everybody sit down together, okay, and try to everything that is solved. То должна преданная сесть между собой и попытаться разрешить все эти сложности. If like this, if sometimes husband and wife make a quarry, husband and wife sometimes keep some quarry each other. Ругаться? Бывает такое, что муж и жена между собой иногда ругаются, бывает такое. After you can again to meet, you know, you have not left your wife and left husband, no. Но при этом, при всем, что даже когда происходит между ними ссоры или ругаются, они всегда остаются вместе, то есть они встречаются, не расходятся в разные стороны. Like this, what is your relationship with your wife? Then more relationship with Gurudev. Why? Narottam Das Thakur is told, Chakshudana Dila Jai, Janme Janme Prabhu Sehi. Gurudev is the, he gave to eyes to, he gave to us eyes, you know. He is the only one life is our Gurudev. He is the birth is our Gurudev. So you are real relationship with Gurudev. Такие отношения, как мы имеем с супругой, на самом деле, гораздо большей степени эти отношения должны проявлены быть с нашим Шрилой Гурудевой, потому что, как цитировал Махарадж из произведения Шрилы Нароттама Дас Тхакур Махашая, Джанме 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 Джей надела, что из жизни в жизнь он мой отец, он тот, кто мне все дает, поэтому на самом деле наши с ним истинные, реальные отношения. So necessary. And now I am looking now slowly our Gurudev disciple before Krishna, so many disciples of Gurudev. Now I saw necessary go to increase, but not to increase now, but to decrease now. Прости, да? И
Я, когда Гурудев ушел, я думал, что после Гурудев, потому очень много времени пошел сейчас, все очень старые преданные здесь. Я думал, будет сейчас больше и больше преданных, но я вижу, что каждый год здесь меньше и меньше преданных в городе. Махарадж, я сегодня пропустил, мне сказали, что все, что он говорит, особо необходимо, то есть все, что он сейчас говорит, особо необходимо принять к себе. Вот мы должны становиться все более сильнее и сильнее. И со несери яж, крашняж, несери, our Gurudev, one place несери. Our one place несери, like this. Now you are taking this room, it's red, yeah. You are taking to red room. Now you are going to one to another place in the program. Несери, our Gurudev, one place несери. Why are everybody coming, doing puja, harikatha, Высшая степень необходима вместе собираться, проводить арати, пуджа, программы. Это в высшей степени очень нужно и необходимо. Хорошо? Every devotee is coming, doing Harikatha, listening to Kirtan. Every day they are doing program necessary. You know, here, more than Kirpur, they are old devotees here. You know, old devotees here. And they are very old devotees. Kirpur devotees, only they are came in 2 years. You know, they are came to Gurudev. Now they are opening center, now they are established daily. But you are everyone old devotees. But now, what happened next week here? Махарадж говорит, что в Иркутске открыт хороший проповеднический центр, там проходят программы, вот, классы, Божествам, что в Красноярске есть много старших преданных. И он просит, чтобы здесь тоже открыли проповеднический центр духовный. Были божества, проводилась им пуджа, классы, программы. So necessary to hear also, makes a nice one center here. Это необходимо иметь здесь хороший проповеднический центр. Хорошо. Окей. Джим, this Kirtan, okay. Now this Kirtan, you know, past is the Delhi. Past is the Delhi. This is the Daina, this past, you know, Daina. Then second, he telling, if somebody follow the six kind of saranagati. There are six kind of saranagati they are telling. If somebody follow the six kind of saranagati, what you can pray to Krishna, Krishna is the listening, what you telling Krishna, you must listen to your prayer. Есть шесть видов шаранагати, вот, которые описаны в этом баджане, это в третье, четвертое шлока. В третьем шлоке там первые четыре указаны принципы шаранагати, в четвертом. Или следующий. Первый из них дайня, смирение. Yeah. This is the one is the dainya. This is the first thing that telling is the humility. Первое, о чем говорится, дайня, смирение. Yeah. Telling, second is the атманиведана. Второе, атманиведана. Атманиведана completely you are take shelter with Krishna's lotus feet. Это полностью принять душой и прибежь лотосным стоп Шри Кришны. Then атманиведана. Gopritta Varana. Third is the Krishna is the our maintaining life, you know, he is the maintaining life. Следующее, третье, Гуптритви Варана. Что отношение к Шри Кришне как к моему покровителю, тот, кто защищает покровительство мне. And the fourth is the Sarnagati is the Daina Atma Gopritta Varana. Abhasarana Krishna Vishwaspaka. You are completely full faith, you know, full faith is the Krishna is the must you protect to us. И следующее, говорит, что Вишвас, то есть иметь очень твердую убежденность в том, что Шри Кришна полностью меня защитит во всем, то есть ни на ком больше не полагаться, только на его лотосные стопы. То есть твердая убежденность, Вишвас.
And you know, this thing then coming when our bhajan is the perfect bhajan. Then this thing coming without bhajan, this kind of mood very difficult to come to our heart. If we are completely doing nicely bhajan, then kind of that kind of sarnagati, then he comes our heart. Если мы хотим правильно, должным образом совершать Кришна Бхаджан, мы должны принять эти принципы шаранагати в своей жизни. Четвертая шлоки этого Бхаджана говорится о том, что нужно бхакти-анукул, то есть принимать все, что анукульено, то есть все, что является благоприятным для Кришны Бхакти, для Кришны Бхаджана, с одной стороны, и с другой стороны, бхакти-пратикула-бхава, то есть все настроения, все бхавы, которые противоположны Кришна Бхакти, должны быть отвергнуты. Yeah. So, if somebody, the six kind of sarnagati, then what you can pray to Krishna, Krishna Bhakti, listening to your prayer. В следующей шлоке Шипад Хакур Бхакнуда говорит, что только тот, кто следует шести принципам Шаранагати, сын Нанды Махараджи, услышит его, иначе это не произойдет. So this is so Бхакнуда would tell, but this six thing is a very difficulty. So he to pray to Sri Rupa Goswami and Sanatana Goswami, or Rupa Goswami, Sanatana Goswami, I am take your shelter to your lotus feet, kindly you teach to this Sarnagati class. На самом деле, обусловленной душе очень сложно принять эти шесть принципов шаранагати. Поэтому следующие шлоки Тавабаджан Шрила Тхакур Бхакнуда говорит, что он молится, доносит молитвы Шрирупе Санатане, главным полководцем армии Шримана Махапрабху, для того, чтобы они дали силу. Then you are became Utta. Then you are became Utta. When this sarnagati is the Kaimara. Then you are became Utta. We will become Utta only when this sarnagati enters over. Только тогда, когда мы станем уттама вайшнавами, чистыми, преданными. We will only become уттам when we get this six kind of sharanagati in our heart. When this six kind of sharanagati enters our heart, then we will become уттам. Только тогда, когда эти шесть принципов шаранагасти полностью в нашу жизнь войдут, мы сможем достичь уттама бхакти, чистого бхакти. Уттама бхакти. Харе Кришна. Krishna Deva Bhavanda Jnananjana Salakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhika Yaya Istadalaya Tadvataya Namonam Vanchakalpagarubhrasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanipo Vaishnavipo Namo Namo Mahavadanaya Krishna Prima Pradayati Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tusi Namo He Krishna Karuna Sindhu Dinavandho Jagatpati Gopi Sahagabhika Kanto Shri Radha Kanta Namastuti Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavani Suri Vrishabhanu Sushadiri Pranamami Haritya Vrindayi Tulasi Jadvai Priyayi Kesavasya Krishna Bhakti Pradadevi Satyavatai Namono Jai Rupa Sanadana Bhatta Raghunath Rijiva Gopala Bhaktidasa Raghunath Echaiva Sarikari Charna Bandha Nijahaiti Vignanas Avishthapuram Sri Krishna Chaitanya Prabhunichananda Sri Advaita Gadadhar Srivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Сейчас мы будем слушать Шримад Бхагавата Катху. Итали, Шримад Бхагавата Катха, Сада Севдам,
Srimati Bhagavati Katha Jasya Sravana Matrena Harish Chitam Samasrayam. This is the meaning of that slope, telling this Srimad Bhagavata Katha even always, sada meaning always, always necessary to you listening to Srimad Bhagavata Katha. What is the fruit of this Bhagavata Katha? Telling when somebody listens to Srimad Bhagavata Katha, Krishna is the came and seed your heart. And he is completely controlled by your love and affection. Шрипад Махарадж произнес шлоку, который говорит, что плодом слушания Шримад Бхагаватам Катхи является то, что Шри Кришна входит на престол вашего сердца. Such a glory Srimad Bhagavata Katha, even this heaven planet, they are also not available. Demigod cannot listen to Srimad Bhagavata Katha also. Srimad Bhagavata Katha так прославлен, даже жители высших планет полубоги не могут так просто получить доступ слушать Шримад Бхагавата Катхи. When Sri Sukadeva Goswami, he want to tell to Srimad Bhagavata Katha, that time, you know, all demigod, they are bring the pot of this is the nectar pot, whole nectar pot they are bring. And tell, O Sukadeva Goswami, you take this nectar pot, whole nectar pot you take, and you take to Sri Parikit Maharaj. You give this Parikit Maharaj. Why? Parikit Maharaj, you know, Sri receive, he gave to cross the Parikit Maharaj. After 7 days, snake he bite to eat. Yes? I understand? So if fed this nectar, then he became immortal. So you take this full of nectar and drink this Parikrit Maharaj, but Srimad Bhagavata Katha failed to ask. But Sukadeva Goswami kicked them, well, no, you can not listen to Srimad Bhagavata Katha. Полубоги собрали огромный кувшин нектара для того, чтобы принести его Шри Шукадеве Госвами, чтобы он впоследствии передал его Шри Махараджу Парикшиту, которого должен был укусить через 7 дней такшака, то есть змей. Для того они хотели, чтобы Шримад Бхагавата Катха не прекращался, потому что они знали, если через 7 дней такшака укусит Махараджа Парикшиту, то Шримад Бхагавата Катха остановится. Я что-то пропустил. Полубог себе привезли этот нектар, что они хотели дать это Шукадеву Госвами, что Шукадеву Госвами дали этот нектар Парикшит Махараджу. Если Парикшит Махарадж будет пить этот нектар, тогда он не будет умирать, потому что этот нектар дает бессмертие. Потому он хотел дать. Но когда Шукадеву Госвами слышал, что они привезли этот нектар, и они сказали полубог, что дай этот нектар Парикшит Махараджу, и Харикатха, это Шримад Бхагаватам, Пажалута, рассказы нам. Потом Шукадеву Госвами сказал, у вас квалификации нету слушать Харикатха. Это он выгнал у него от этого места. Пойди отсюда, Шукадеву Госвами сказал. Да, пойди отсюда, так сказал. Переведите, пожалуйста, что он сказал. Если я все понятно. Мне непонятно. Я в Бхагават Гатха говорил, когда он лог, Шукадеву Госвами удалил, क्या तुमने एक कांच के टुकड़े को तुम एक मणि को साथ में बराबर करना चाहते हो? भागवत कथा एक मणि है और स्वर्ग का अमृत एक टूटा फूटा हुआ कांच के टुकड़े है, कभी बराबर नहीं सकता है। Шукадева Госвами сказал полубогу, что это есть самый дорогой бриллиант Бхагавад Катха. И это что мы привезли, это нектар, это можно сказать один штук, это стекло, это вообще никакой цены не имеет. Жилья, когда यहां प्रश्न करते हैं, क्या ये स्वर्ग का अमृत वो पूरा कदे कैसा कोई महत्व नहीं स्वर्ग का अमृत मैंने को खदेड़ दिया वहां से тогда что можно читать что это нектар это вообще ничего не стоит когда हमारा भारत में कदे ये कुंभ मेला होता है कदे 12 साल में एक बार ये कुंभ मेला होता है कुंभ मेला में अब सोच नहीं सकते देखे बगैर करोड़ों करोड़ों लोग कुंभ मेला में आते हैं हर बार नासिक काशी में जहाँ कुंभ मेला अपने भारत में 4 जगह पर होता है कदे कुंभ मेला होता है क्यों जो समुद्र से अमृत निकला वो अमृत को देवता खाएंगे ना दाखा से खाएंगे उसको लेकर के अमृत कलश को खींचा नहीं किया जहाँ एक आग बूंद कहीं छला गया अमृत उस स्थान पर हो रहा है कुंभ मेला
अगर कितने लोग केवल एक दो गुरु छलक है उसके लिए आते हैं, लेकिन वो पूरा के पूरा अमृत कलश को उन्होंने पूरा विनिमय देना चाहते हैं, बोले कथा सुना दो, लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुनाया। Что так можно читать, что это нектар вообще ничего не стоит? Есть один праздник в Индии, если вы слышали, Кумбха Мела, каждые 12 лет это есть Кумбха Мела. Там Кумбха Мела, вообще там 4 места бывает. Аллахабад, Харидвар, Насик и? Насик, Харидвар, Насик, Аллахабад, Бриндаван, Ардхакумбха. И Бриндаван тоже есть Ардхакумбха. Почему это Кумбха Мела? Если вы не видели это, если вы не слышали, вообще не вам будет понятно, что там происходит. Там, когда Кумбха Мела есть Аллахабад, я слышал, что там 1 миллиард людей там приходят для омовения. Там Ганга, Ямуна и Сарасвати там. И они хотят принимать омовение. И это есть очень-очень холодный месяц, январь почти. И все равно они приходят. Почему? Так была ситуация, что когда это нектар они взяли от этого океана, это был горшок нектар. И они спорили, полбог и демон. Они спорили, что они хотели это горшок, и полбог хотел тоже для себя это нектар. Но когда они спорили, один-два капли ушел, как можно сказать, что один-два капли ушел от этого горшок, и это место, Харидвар и Аллахабад, там капли. Каплун. Капнул. Это один-два там был, и потом все это для один-два капли сейчас поредут, что миллиард людей приходит омовение принимать там. И сейчас читаем, что это полный горшок, сейчас привезли это полбогу и хотят дать Шукадев Госвами, и Шукадев Госвами выгнал в него, что это вообще это ничего не стоит, уходи отсюда, пожалуйста. Тогда можно читать, что нам больше удача, чем это пол Боги тоже, что мы это харикатами, нам есть возможность слушать. Все понятно. Ну вам понятно, а мне вот непонятно. Он молчал, сам видно не понимает, что не переводит. Молчит все время. Мы понимаем. Ну, все понимают. Ну, непонятно, вот непонятно. Вы просто плохо слышите. Ну при чем здесь плохо слышите? Его он же не по-русски говорит. По-русски. Просто с акцентом грузинским. Вау, ну переведи. Когда Махарадж говорит длинное предложение, я не понимаю, я не могу все это уложить, потом все это разбудить. То, что он говорит, непонятно, я не могу как бы гладить, я не переводчик. Долго думаете, что он сказал, поэтому не может говорить. Мне надо... Нет, если короче фразы, то можно перевести. Он говорит, это длинно, я не забываю. Это тяжело достаточно. Синхрон. Да, тяжело. Харе Кришна. Hare Krishna. Telling even this Harikatha, you know, even demigod, they cannot listen to Srimad Bhagavatam. So very they are Sukadev Goswami telling this heaven and planet are also not available there, Harikatha. Telling more than Brahmalok, you know, Brahmalok is the more than highest. No, look from to this is heaven and planet. They are Pitama Brahma is the stay they are. Telling they are also not available to Harikatha. They are also not available to Harikatha, they are Bhagavad. Само ценное слушание Шримад Бхагавад-гиты очень-очень ценное. Даже полубоги, находясь на райских планетарных системах, не имеют возможности слушать Шримад Бхагавад-гиту. Даже Махарадж в самой высшей планетарной системе, на Брахмалоке, которая находится выше, чем все остальные планетарные системы нашей Вселенной, нет такой у них возможности слушать Шримад Бхагавад-гиту. Telling they are also Sankar telling O Parvati, this world, this Harikatha is a so so rare Harikatha. So this Harikatha not also available in this Kailas planet. Выше этой планетарной системы Брахмалоки находится смену сада Шивы, где пребывает Господь Шива вместе с Парвати. И он говорит своей супруге Парвати, о Парвати,
Даже там слушание Шримад Бхагавад Гитхи является очень и очень редким даром. Narayan and Lakshmi, no? They are also telling, Situlasdas telling, they are staying Garuda, you know, Garuda, Vaikuntha planet. Garuda is telling, when I want listening to Harikatha, I also left this, you know, this Vaikuntha planet that, and I got this earth planet, you know, where some sadhus staying, Agastya Rishi, Parasar, Vyas, Sukhdev Goswami, where they are telling Harikatha. Sometimes when I also want to listen to Harikatha, I also left this Vaikuntha Loka and came this one. Выше планетарной системы Садашивалоки находится планета Вайкунхи. И Махарадж упомянул Гаруду, вечного спутника Шри Вишну. И он говорит, что он спускается с Вайкунха Локи на землю, потому что здесь есть общество саду, которых он перечислял, Парашара, Муни, Агастья, Риши и так далее, для того, чтобы иметь возможность слушать Шримад Бхагавата Катху. So this way of telling, you are very, very Arjun. Now you are very, very fortunate. You are here listening to Srimad Bhagavad Gita, so you are very, very fortunate. Мы очень-очень-очень удачны, потому что имеем возможность слушать Шримад Бхагавата Катху. So telling this Bhagavad Gita, you know, they are telling two kind of listener of Srimad Bhagavad Gita. Есть два вида слушания Шримад Бхагавата Катхи. One kind of listener, very high class listener, and one listener is very lower class of listener. Первый класс — это высший класс, высочайшего уровня, а второй класс очень низкий. Первый высший класс делится на четыре вида. Like this with the swan listener, with the nice listener, he always try to take the essence of the Bhagavad Gita. Первый тип из четырех высшего уровня — это тип лебедь, подобный те, кто подобны лебедям. Качество лебедя таково, что он может отделить молоко от воды и выделить из этого самую суть. And the second is the listener in the telly, this is the one birds, you know. One bird's name is Chatak. One bird's, you know, this is Chatak. Chatak. Chatak is one bird, there's nothing, nobody would. This is the one bird in the Chatak. Chatak. Второй тип, это подобно Чатаке. And his quality is the, you know, he did not drink any water, any pond, any river, any water he did not drink in. Only so the rain is falling, only that, you know, water he drink. Like this one kind of listener is the high class listener, he is the, you know, he did not want listening to any pastime. Only he want to listen to Krishna's pastime. Only listen to high kind of listener. Второй тип, подобные чатаки. Чатака, она отличается тем, что она никогда, это птица такая, она никогда не будет пить воду, которая коснулась поверхности земли. Она пьет только дождевую воду, которая еще не коснулась земли. И вот такие преданные, они подобные птицам чатака. Они не будут слушать разную харикатху, они будут только слушать Кришна Лила Катху и Шримад Бхагаватам. Preacher, so all Harikatha, they can do notes. I want after me, everybody, you know, one preacher. They say everybody preaching this Harikatha everywhere. You understand? Махарадж говорит, то, что он сейчас нам говорит, вы не просто, вы все это конспектируете, чтобы могли сами на других донести его послание, что он говорит. Prabhupada, Prabhupada, he said, I can't make anybody disciple. I made everybody one man guru. Prabhupada. Шрила Бхактисиддханта Тхакур Прабхупада говорит, что я не делаю учеников, я делаю учителей. Поэтому то, что сейчас делает Махарадж, он хочет, чтобы вы не просто это взяли и забыли, чтобы вы это все законспектировали и донесли до других.
I am coming here. You have spent so much money. You know, I am coming here. So I don't want. So I don't you want. To use it here. Are you, if you need it from there, I will do it. Yeah, no problem. I will do it. If you need something, you will. Махарадж говорит, что он, чтобы приехать сюда, тратил большую сумму денег, да, то есть только усилия приложил. Поэтому вы также должны приложить усилия, то есть вы должны впитать то, что говорит Махарадж Хари Катхи, и другим ее распространить. Когда я ухожу, я хочу, что вам что-то будет видно, что я что-то дал вам, что вам полный карман вот такой. Чтобы вы с пустыми руками, потому что Махарадж пришел вам дать, и вы должны это взять, не растеряв, чтобы до других донести. So I want to give to you, and you, I want, you are, you know, if you don't get this Harikatha notes, then you can easily, you can, I'm telling Harikatha, like this, when you go to somewhere, can you serve these notes, and you can tell me Harikatha also. То, что я получил от сердца Шрилы Гурудева, я хочу дать это вам. И вы должны все это, свои блокнотики или тетрадки, все это записать для того, чтобы вы могли это до других донести. So, you know, when your Param Gurudev, when your Param Gurudev, he gave class, you know, Param Gurudev, your Gurudev, he took notes, you know, your Gurudev took notes. After note, your Gurudev, he questioned to your Param Gurudev. Sometimes your Gurudev tell, sometimes I quarrel with my Gurudev, you know, by this question and answer, then Gurudev becomes so happy to me. Когда наш Гурудев общался с Шрилой Парам Гурудевой, он все, что он говорил из лотосных уст, он все записывал в блокнот. Потом он задавал ему большое количество вопросов впоследствии. А дальше я не понял, в конце что? И впоследствии он это распространял как бы всем. With the hearing properly, without any kind of question, understand? Only that person can give questions. Только тот вопрос, только тот преданный, который задает вопрос, значит, он слушал правильным образом, возникают вопросы. Иначе просто нет двух случаев, когда все понятно или когда ничего не понятно. Хорошо. So necessary. So you are telling. How kind of listener? There are four kind of listener. So necessary, one is the aswan, another is the chatak, and the third number is the one is the telling peace. You know, peace. Peace. Fish, fish. Peace. This like peace. For a third kind of listener. This is the peace. Mm-hmm. This peace staying in the ocean of milk. In the ocean of milk is staying. You saw this peace, you know, this eyes, there will be, This is not blinking its eyes never, the fish. This is the eyes when it is blinking. Always always drinking this milk. Like this listener is the who is the very attentively, very, you know, very attentively with the listening this katha. This is the one kind of listener. Махарадж уже рассказал о двух типах слушания. Первое было, помните? Хамса, лебедь, да. Второе – птица чадака. Третье – рыбка. Рыбка, которая не просто живет в молочном океане. И эта рыба, она говорит, век нет. Поэтому она никогда не моргает. И она очень жадная для того, чтобы принимать нектар. So this is the and fourth is the listener is the telling, this is the parrot, birds, parrot, you know parrot? Parrot. This parrot, he has some quality.
he, you know, without the right food, he didn't choose Maharaja was to bring. Never bite on anything that is not right, that is not ready for persuasion. Следующий, последний, четвертый тип, это тип, подобный попугаям. Попугаи, они никогда не будут есть что-то, не принимать что-то, что-либо несвежее и неспелое. Yes, this is the, you know, this is the one good quality of this listener, you know, he only, he drinking this only Krishna bhakti, not another demigod and this material world. He did not want to drink it. Они принимают только нектар Кришна Бхакти и не будут принимать то, что приходит к полу богов. Yes, this is the four kind of good listener and four kind of bad listener also. Это было четыре типа хороших слушателей Шри Хари Кадхи. А сейчас Махараджа скажет о четырех типах плохих слушателей. Yes. So this is the one, is the one bird, you know. He stayed in Himalaya Parbat, one bird. His name is Gurundu, one bird's name. Gurundu? Yes. Первый тип – это птица, которая… Бурунд. Бурунды. Живет в Гималаях. Живет на вершине Гималаи. Yes. And if you tell it something to him, he can tell same thing to you. But he did not accept any instruction. Все, что бы вы ей не сказали, она скажет вам в ответ, но она никогда не будет следовать вашим наставлениям. Like this, some listener, he can listening, also everything, but he did not follow to anything. Only listening, but they are doing this thing what they are doing. This life does change. Она будет слушать, но она никогда не будет следовать тому, что вы ей, что она услышала, что вы ей говорите. Да, и жизнью это не поменяется. This is the listener. Another is the listener is the, another is the camel. Camel. Второй тип камель. This camel stayed desert. Да, верблюд. Второй тип подобный верблюдам, который находится в пустыне. If this camel, you get very nice fruit, and nice like leaves, you don't take. Only looking where thorns are leaving, you know? Only thorns. Tall. Krishna, that's how you're eating, you know, tree. Did not eating a nice fruit, any leaf. Второй тип, подобный верблюдам. Верблюды живут в пустыне, и они не хотят принимать вкусные, приятные продукты, какую-то пищу. Они ищут, где есть растения с полной колючек. This meaning is that he don't want drinking any Krishna's pastime. Only he looking where mundane taki is going, some criticize going, some only he looking. Это значит о том, что они не хотят слушать нектар и послания Кришна Кадхи. Они что, где испражнение, где критика, где обсуждение. Вот эти вещи их привлекают. Hard listener is bull. Бык. Третий тип подобный быкам. If you give to him also very nice grape, apple, and if the grass, he thinks this is the same, you know, this is good, nice fruit, and this is the grass, for him, he is the same, he not think it's different. Подобным быкам, то есть, если мы дадим ему виноград, какие-то прекрасные фрукты, даете траву, да, не разницы никакой нет, что эти прекрасные, изысканные фрукты, что трава, все одинаково. Like this. Some listener, yes, Krishna Katha going, they are sitting. Some mundane studying going, here are some cinema, some theater going, this is the okay. For he, both is the same, you know. Кришна Катха идет, о, Кришна Катха идет очень хорошо, я был на Кришна Катхе. Ну, нет Кришна Катхи, можно сказать, в театр, в кино и так далее, тоже хорошо. And third is listener is the И четвертый последний. Yeah. Is the fourth listener is the Fox क्या होता है? इसका एक तरफ होता है भेड़िया होता है. Fox. Is the fox कदे कदे इन्हें इस fox always if some deer no अब बता सकते हैं जब हिरण जब कोई सुलीलिक आवाज सुनती है तो तन्नो हो जाता है उस समय उसका आक्रमण करता है। When
listening to very sweet flute, then that time this fox will attack the deer. Deer, one quality. If he is going very sweet sound, then deer completely absorbed there, you know, completely absorbed there. And that time this fox will attack to him. This meaning is that somebody listening very nice, but somebody listening is the himself not listening, always doing disturb to somebody. Who is the listening, he doing disturb to them. Последний тип очень удивительный, подобным лисам, потому что есть преданные, которые очень глубоко погружены в слушание нектарного повествования Шримад Бхагавата Катхи. А есть тип, который подобны лисам, они смотрят на тех, кто погружен в нектар Хари Катхи, а потом нападают на них, чтобы им разрушить все и им помешать. Again is the two kind of listener. One is the Brahmar. Brahmar is bumblebee. One is the bumblebee. Bumblebee is the quality of look. He sits the every flower, only collected honey. And you know, even the thorns flower also sit down there. And only he is the collected honey. Yeah, collected honey. This is the one good quality of listener. Очень хороший тип слушателей, тот, кто подобен пчеле. Пчелы. Они собирают везде хани, медовый нектар везде, со всех цветов. Yeah, this is a good listener. And a bad listener is... Это хороший слушатель, а плохие? And a bad listener is the ass, donkey, asses. Осел, подобный ослам. Yeah, can hear donkey in our India, and this, where is there some mountain, this is donkey walking there. Their backside keep some oil, some fruit, some rice, you know, he carry to everything. But what is he eating? He don't eating any nice fruit, any rice, nothing. Otherwise he drink only eating the grass. Some listener is the, they are know so many things, but they are don't follow to anything. Плохой тип слушателей, подобным ослам. И Махар говорит, ослы в Индии, кто-то их нагружает по полной, там мешки с песком, рис, да, они под этой тяжестью несут много, очень, может быть, вкусных, полезных вещей, но при этом сами из этого ничего не примут, а примут только пучок травы. Good listener, not bad listener. И очень необходимо стать очень хорошим слушателем и не быть плохим слушателем. Yeah. Telling Srimad Bhagavata Katha is the telling four kinds of Srimad Bhagavata Katha. Есть четыре типа Srimad Bhagavata Katha. Four kinds. One is the Tamasi, another is the Rajasi, one is the Sattvi, and another is the Vipun. В тамасе, раджасе, благости и трансцендентальное, ниргун, то есть вне материальной природы. Китали, you know, типа слушать. Китали, this is the tamasic katha. Telling tamasic katha, anyhow 7 days, you know, they keep seven days keep this katha. You know, anyhow, you know, sometime coming when harikatha going between. Sometimes sit down, again sometimes, you know, their mind not fixed katha, again he going surrounding, again he not coming. Sometimes listening, not listening, anyhow, they are 7 days only, anyhow, spread this time, you know. This is the 7 days of tamasi katha. Тот, кто находится в тамасе катха, они не могут внимательно, погруженно слушать ее. Они иногда немножко слушают, иногда входят, встают куда-то, уходят, уходят, ходят туда-сюда, потом приходят обратно. То есть нет никакого абсолютно погруженности в слушание Шри Хари Катхи, Бхагавата Катхи. Хорошо? Ты тихо? То есть вот Шримад Бхагавата Катха, Бхагавата Саптаха проходит 7 дней. Они не могут, они чуть послушают, потом встанут, пойдут туда-сюда, сделают то, это, потом придут обратно, может быть, и может быть, нет. Вот, то есть полностью. This is the also, and Rajasik Katha, you know, Rajasik Katha, you are keep this Bhagavata Katha, you know. Bhagavad Katha, maybe 1 month you can keep, but you are invited to everybody.
everybody come listen to Katha, everybody can listen to Sahari Katha, everybody. But you know, only you are so much busy to only how you can celebrate this Katha, only completely you are observed there, but you cannot listen to this Katha. You can only arranging, but you can listen. Второй тип находится в страсти, это когда больше важно то, что внешние обстоятельства, то есть менеджмент, устроительство, как устроить красивый пандал, как поставить это, как разместить то, а не самой сутью Шримад-Бхагавата-Кадхи. То есть внешние обстоятельства, менеджмент, это более интересно. You know, yes, they are arranging some Bhagavata Katha, 1 month, 2 months. Only some keep some fixed days. Yeah. Only some fixed days, this Katha is the going Bhagavata Katha. But after you don't listen again. This is the next stop. Only some timely. Sattvic means that you listen, you arrange for Hari Katha for 1 month or 2 months. You listen to Hari Katha for 1 month or 2 months. After that, no connection with Hari Katha. Харикатха, вы не благо, если вы слушаете один, два, несколько месяцев Харикатху, потом все, у вас уже нет потребности или чувства. Слушайте, Харикатху, все, все закончилось. И последний тип Ниргун, тот, кто вне гун материальной природы. Это Харикатха, это правильная Харикатха. Что это? Садасевьям, садасевьям, Шримати Бхагавати Варта, Джасья Сравана Матрена, Харисчитам Самасай. This meaning is the, this meaning садасевьям, meaning every day. If I make some routine every day, I must listen some katha. Every day. Махарадж говорит шлоку и говорит, что смысл за шлоки, что каждый день я вкушаю нектар Шримад Бхагавата Катхи, постоянно, каждый день. Обязательно, не пропускаю, постоянно, каждый день. Yeah. So necessary, if some SOS nice, you can go listening to Katha. If not, you can own house every day. You know, own house every day. You try one chapter, you can read the Sadhana. Так вот, очень-очень важно и необходимо каждый день хотя бы одну главу Шримад Бхагавата Катхи вкушать нектар. Это очень важно. Yeah. Дома. Yeah. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he give teach to Rupa Goswami. Yeah. Gurudev gave this mantra to us. You know? This mantra, our heart, like this one, feel. Gurudev gave this mantra, this one, seed. Now Gurudev give this mantra to our heart, you know, this Krishna mantra. If you don't give water, then what happened in this kripa? He become dry. Like this, then this bhakti kripa becomes slowly increased. If you give Shravana and Kirtan, Mahaprabhu telling two things necessary. Water, what is this water? One is the Shravana, one is the Kirtan. Two things is the water. If you don't follow the leaves of bhakti, not doing arati, not doing kirtan, not doing tulasi parikrama, not doing tulasi arati, not listening hari katha, what happening? Then slowly this bhakti kripa is become dry. Шримад Махапрабху учил своих последователей, что нужно поливать деревце Дьяна Кришна Бхакти. Наш Шрила Гурудев, Шри Гуру, он садит в сердце ученика семечко преданного служения Кришна Севавасана. И что нужно делать постоянно, Махарадж? Нужно совершать шраванам и киртанам, то есть обязательно, постоянно, не прерываясь, для того, чтобы из этого семечка, которое Гурудев вложил, растение Кришна Бхакти, оно росло. А что будет, если вы этого делать не будете постоянно? То никакого роста быть не может. То есть вы должны постоянно, ежедневно практиковать под руководством Гуру основные составляющие при практики Кришна Бхакти, Шраванам, Киртана. Иначе тогда все растение, оно не вырастет, семечко заглохнет. Every day necessary, you can follow Haribo. Every day you can follow the all leaves of Bhakti. Каждый день вы должны следовать составляющим практики Кришна Бхакти. Yeah. So every day necessary, morning time, wake up timely,
and do the Mangalarti fast, after birth, you know, fast, must input tilak, you don't delay about tilak. Каждое утро вы должны совершать мангаларати, потом шать омовение и наносить тилаку, ставить. Yeah. Without tilak, he cannot do any leaps of bhakti, cannot follow. А если вы не поставите тилаку, то никакие составляющие практики бхакти работать не будут. One Mahaprabhu teacher, one student, he came without tilak, he came to his school. Mahaprabhu then kicked this kirtan. Однажды, he cannot sit down this kirtan. Шриман Махапрабху, когда играл роль учителя, пришли ученики, которые не имели тилаки, так он их прогнал, потому что они пришли на занятия, да, при этом не имея тилаки. Yes, so Mahaprabhu will teach without tilak, you can. Cannot sit my class, not my associates. И он учил их без тилаки, не приходите на мои лекции, на мои классы, говорит, уходите. Yeah. So this tilak is not ordinary thing. You don't think tilak, but no, this is not ordinary thing. И не думайте, что тилак это какая-то обычная, заурядная вещь, это не так. You know, you saw Krishna himself. You look at Krishna, he tilak. We saw Ram, very big tilak, you know, big. And Narayana. Half mouth completely covered by tilak. Narayana, half mouth, face, you know, half face, they cover this tilak in Narayana. Посмотрите, даже Шри Кришна носит тилаку, а тилаки в Рамануже Сампрадая не очень большая тилака, а тилака Вишну, говорит, пол лица. Yeah, it's a Джаганнатх is tilak. Видите, как у вас Джаганнатх тилака? This is our Indian tradition. Наша индийская традиция. When somebody go to some auspicious for auspicious thing, they are first he put tilak, then he sent to him. This meaning, which purpose you go must become successful. In India, the tradition is when somebody is going for some business or something, anything, then first they put tilak. This meaning that whatever you are going for, that will become successful. В Индии традиция считается, что любое начинание, чтобы было благоприятным, нужно обязательно сделать перед этим, нанести тилаку, иначе ваше любое начинание не принесет удачи, не будет. Yeah. Не будет успешным. Yeah. So necessary, you know, who is tilak you put, you know, our tilak. This is not ordinary thing, this is the all braj gopis, braj basis, full dust of all braj basis. Only whole world, one place is available, this is Dwaraka. Whole world, only one place is available this tilak, only Dwaraka. From today are came this tilak. Available, it's there. It's there only, nowhere else. Тилак это вообще не необычная вещь. Это пояс лотосных стоп в Раджа-Васе, в особенности в Раджа-Гопе, который мы наносим знак того глубочайшего почтения. Последнее не понял. Эту тилаку можно найти только в Двараке. Никуда нет. В другом месте ее невозможно. Yeah, хорошо. So you have tried much to put in the tilak, then all follow the scripts of it. Поэтому Махарадж просит, пожалуйста, говорит, нужно ставить, носить тилаки и следовать остальным составляющим Кришна Бхакти. Хорошо? Хорошо. А можно вопрос? А? Вопрос. Давай. А вот вы сказали, что Гарудаджи спускается с Вайкунтхи, чтобы слушать Шримад Бхагават Харикатху. Но на Вайкунтхе это духовный мир, и там проявлено качество Сатчитананда. Духовный мир, я могу ответить, что он сказал. Это не первый раз, что кто-то дал такой вопрос. Духовный мир, Господь будет сказать свою харикатху. Духовный мир, это Господь сам живет, да? Там преданный не живет, там только слуга, да? И сейчас Гаруда служит Господу. И Господь сам свою славу не будет сказать. Сейчас. Пока мы к Гаруду, то Вайкунтх мы рядны, Вайкунтх по скрипчу рядны. Но вам харикатха не будет, вам он был рядны. И почему она будет? They are, this is Tulasi Krita Ramayana.
Есть Туласидаса Кришна Рамаян, да? Рамаян, Шри Туласидаса. Есть Рамаян, Шри Туласидаса. There one, it's slog there. Есть одна шлока. This slog itali. Благая юга руда жаха басаи пусунда Рама чарана ати бхакати аханда. This Туласидаса Кришна. He's telling this meaning is the Gaya Garuda Jaha Basai Bhusunda. This meaning, when this Garuda, he want listening to some past time people like Ram and Krishna, then what are they doing? Well, Gaya Garuda Jaha Basai Bhusunda. Bhusunda meaning one devotee of Ram, he named him the Kaab Bhusundi. He is a very great devotee of Ramchandra, who is always telling this Ram's past time. Well, who is this Kaab Bhusundi? Well, Ram Charna Ati Akhanda. He is a very great devotee of Ram. You know? He is Ram, but he is the take the from crow. Crow. So Garud is the go to cave. Where is the staying this Kaab Bhusundi? He is staying on a Nilgiri Parbat. One mountain named the Nilgiri. Nil Matlab, you know, this is the one mountain. This mountain named the Nilgiri. He always staying there in this planet of Earth planet, you know, stay there. So always telling Ram Katha. So Garuda when he listened Hari Katha, then he left this planet and came to Earth planet. Kankushandi. 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 Yes. Who listened to Hari Katha from Kankushandi? Who staying at Nilgiri mountains? Шри Рама Чарита Манаси Туласи Даса. Есть одна шлока, которую Шипат Маханаш только что процитировал. На самом деле мне сложно полным образом ее перевести. Шри Гарудаджа, он спускается с планеты Вайкунхи для того, чтобы получать Харикатху от спутника очень дорогого, Господа Рамы, Какупашанди. Кто изучал Рамайну, он знает, что Какупашанди – это очень дорогой спутник Господа Рамы, который приходит в образе вороны или ворона. И живет он на голубой... в определенном месте, в голубой горе, туда спускаться сам Гарудж, чтобы от него, от лотосных уст, его слушать Рама Катху, потому что его сердце пропитано этим, он очень близкий, дорогой спутник Господа Рамы. And this slog is the slog is the telling Padma Purana. This slog is the Swarge Sati Cha Kailase Vaikunthe Naaste Amrasa. This slog. Это шлока цитируется в Падма Пуране, который он сейчас говорит. Swarge meaning heaven planet, Swarge Satte meaning the Satte Lok, Swarge Satte Cha Kailase meaning this Kailas Lok, Vaikunthe even Vaikuntha Nastayam Rasa, telling this Ras, Krishna Katha Ras Nath Daya. So telling, oh very fortunate person, this Katha is available, this earth planet, so who is there drinking this Krishna's nectar? Нектар Кришна Катхи, шлока с Падма Пурана, которую Махараш говорит, невозможно вкушать на райских планетах, на планетах Господа Брахмы, на Садашивалоке, на Кайласе, также на планетах Вайкунхи. Где можно наслаждаться нектаром Кришна Катхи? Только здесь, на Земле. Поэтому так высшей степени удачливы. Земля благословенна, потому что можно наслаждаться нектаром Кришна Катхи. Хорошо. Я так и не понял, почему нельзя. Почему там-то нет? Почему на Вайкунхе нельзя? Что? Почему на Вайкунхе нельзя наслаждаться? Он сам себя цитировать же там не будет повторять. Он там просто живет. Там же его преданные, его спутники там все время вместе с ним. Он там живет, что он будет рассказывать? Он уже поведал Бхагавад-гиту, что он заново будет рассказывать? Идите на землю, повторяйте. Там находится дом Господа Нараяны, и сам Господь не будет сам себя прославлять. То есть Господа прославляет те, кто живет им самим, то есть его Махабаху, то есть чистые преданные, его паршаны, такие как вот как у Пашанди, он вечный спутник, лотосный стоп Господа Рамачандры и так далее. Их таких, и из их уст гораздо более вкуснее. Такой же пример, как почему Шукадева Гасами приходится с плодом манго, да? Сам по себе плод, этого я уже начал от себя говорить, да? Он очень сладостный, но когда его этот плод вкушает Шукадева Гасами, клюет, он наполняется таким несравненным нектаром, потому что такова воля Господа.
Он не дает свою милость напрямую, он дает через своих вечных парашадантаранга бхакт, как бы тех, кто отдали ему себя. У нас настолько сладостным, что сам Господь, он хочет этот нектар вкушать. Я не понимаю. А Вайкунха, мир Вайкунхи, состоит из Вайкунха премы. И Господь Нараян там не один, он вместе со своими преданными. И что преданные там не прославляют Господа Нараяна? Падмапрани объясняет, как однажды Шри Нарада пришел на землю, чтобы слушать Харикатху. Yeah, he came this world, telling why this earthly planet so many Krishna devotees here, you know, so many Krishna devotees here. They are always telling the glory of Krishna's glory. So this greedy Narada came to this material. Шрила Нарада Муни пришел на землю для того, чтобы слушать Шри Кришна Катху, потому что на земле есть очень много возвышенных преданных Кришна Бхакт. And this is the Padma Purana, you know, what is the Skandha Purana also. Skandha Purana также. Another Skandha Purana, they are Uddhava he tell. Uddhava говорит. Uddhava he telling one, my Gurudev. Uddhava tell, my Gurudev brings. Uddhava говорит, что мой Гурудев. One he tell one pastime to me. He tell one pastime. He tell one pastime to me. Он рассказал мне одну историю. But when Krishna, he created this world, then he created first three demigods. One is the Brahma, one is the Vishnu, and one is the Shankar. Когда Верховный Господь творил эту вселенную, в самом начале было три личности: Вишну, Брахма и Махеш. And they are tell to Brahma, O Brahma, your duty is the creation this world. Tell to Shankar, your duty is to destroy this world. О Вишну, your duty is to maintain this world. И он сказал трем личностям разные обязанности. Он сказал: Господу Брахме, ты должен творить этот мир. Господу Шиве, ты будешь его разрушать в конце положенного цикла. А Господу Вишну, ты будешь его поддерживать. And then these three demigods came to Krishna. Well, Brahma telling, O Prabhu, how I am creating this world without mercy of you. How can do? Then he telling you try every seven days listening this Bhagavad Gatha. Then this is the power of this Bhagavad Gatha. He can create this world. Когда они втроем все пришли к лотосным стопам Господа Кришны, и Господь Брахма же спросил: О, Господь мой, как же я найду силы, чтобы творить все это творение? И откуда они придут? Он говорит: не беспокойся. Ты должен, говорит, 7 дней слушать, говорит, нектар Шримад Бхагавата Кадхи. Then Shankar came to Krishna. Mother Prabhu, this is destroyed the tamagun. So how can you liberate from this tamagun? And what can I do? Well, you also listen Bhagavata Gatha. So when Shankar is telling Bhagavata Gatha, then Parvati listening. And when Parvati tells Bhagavata Gatha, Shankar also listening. Шива, он также обратился, потому что разрушая Вселенную, это относится к разрушению гуни невежества, тамаса. Поэтому как же мне освободиться от этого влияния тамаса? Он говорит: не беспокойся, ты тоже должен слушать нектар Шримад Бхагавата Катхи. И как происходит, когда Шива Тхакур, он дает Харикатху Парвати слушать, а бывает и наоборот. And then himself, Vishnu is the cave, Prabhu, mercy of your, I can maintain this world, no problem. But how I can maintain my wife's life, Lakshmi's life? How, what can I tell to her? How can I pacify to maintain her? But if you also, each other, also when you telling Bhagavad Gatha, Lakshmi listening, and when Lakshmi listening Bhagavad Gatha, you can listen, when Lakshmi telling. So Lakshmi Narayan, each other discussing also Bhagavad Gatha. Когда Господь Вишну обратился к Господу Кришне, он сказал: «Хорошо, я могу поддерживать все это творение, но как я могу поддержать, напитать свою супругу Лакшми?» Он говорит: «Ну, не переживай, ты также должен будешь рассказывать нектар Кришна Катхи. Когда ты будешь рассказывать, будет слушать она.
и также обратно, и потом постоянно погружены в нектар Кришна Кадхи. So here, you know, the Sikwani, the Padma Puran, Pandasik Skanda Puran, one Puran is telling how this Krishna Katha is so glory, even Brahma, Vishnu, Mahesh, there are three persons also listening to Siddhartha. И в Падмасканде Пуране приводится о том, что величие слушания Шримад Бхагавата Катхи, что же самые три величайшие личности, да? Господь Брахма, Шив Тхакур и Господь Вишна, они постоянно погружены в слушание Шримад Бхагавата Катхи. А Сканда Пуране, Сканда Пуране говорится. Падма Пуране говорит, как это глория Бхагавад Катха, и вим тис Катха, Сварги, Сакти, Кайласи, Вайкунда, also not available. Падма Пуране. Падма Пуране говорит, что ни на сварге, на райских планетах, ни на планетах Господа Брахмы, ни на Господа Шиви нет возможности слушать на Вайкунхе тоже нектар Шримад-Бхагавата Катхи. На самом деле это показывает высочайшую славу слушания Шримад-Бхагавата Катхи. Как же вы удачливы, что находясь сейчас здесь, вы можете слушать о славе нектара Шримад Бхагавата Катхи. Хорошо. Можно вопрос? Махарадж, если слушание Шримад Бхагавата, а Хари Катхи является высочайшей целью, какой смысл тогда стремиться на Вайкунху или Галоку Вриндавана? Лучше оставаться тут и слушать Хари Катху. If also very great listen Hari Katha this planet, why we walk to Vaikuntha and Goloka? Why? We? All devotees. The goal. Oh. The goal is Vaikuntha. The end goal. Oh, we think agar Hari Katha Vaikuntha nahi hai, to hum kyon hum sab sunna chahte hain? Vaikuntha bolo 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 bolo. यहाँ पर कहते भक्त इसलिए वहाँ पर भक्त लोग जाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भगवत जो दर्शन है विश्वनाथ चल रहा है कि यहाँ पर जो भगवत दर्शन है समय की होता है भगवत डायरेक्ट सेवा यहाँ पर डायरेक्ट सेवा वहाँ पर डायरेक्ट जो सेवा है डायरेक्ट सेवा यहाँ पर नहीं वहाँ पर यहाँ पर कभी कभी भगवत जो दर्शन है कभी साधुओं को जैसे नारद को बोले झलक दर्शन में उसके बाद दर्शन नहीं मिला लेकिन अपेरा करना पड़ेगा Это объясняет, что о том, что такие преданные, как Нарада Муни и другие возвышенные преданные тому Махабхагавата, хотят постоянно получать даршан, да. И этот дарш они могут получать только иногда, и полностью для них это невозможно всегда. Так как пример с Нарада Муни получил даршан Господа, только лишь краткое время, больше он Господа не видел. Это было до того, как он получил свой апракрита деху. You should only go to you can only get service of the Lord Pastime. Always you can get only in those spiritual planets. That's why our aim is to go in those spiritual planets so that we can serve the Lord always. Darshan and seva we can only get when we go there. Here it is not possible. That's why we want to go. Что на самом деле совершать севу можно только непосредственно в духовном мире Бхагавана. Служение только постоянное, даршан и служение только можно делать, когда мы пойдем в духовный мир. Здесь невозможно. Здесь можно иногда, как Нарад Муни видит, немножко секунд, и потом цели жизни не видит. Вот так, потому что наш цель поехать в Вайкунтха или Вайкунтха наш цель нет, но в духовном мире поехать, потому что мы хотим служить Господу постоянно. Хорошо. Вопрос по-другому. На Галоке Вриндавана Хари Катха есть? Хари Катха Гору Вриндавана есть? Какая? Гору Вриндавана есть.
А почему на Вайкунхе нет? Почему это дает здесь шлёка? Говорит, что такой редко есть это Шримад Бхагаватам, что даже Вайкунха планет тоже не слышно. Такой редко. Одному. Чтобы показать, какова велика ценность слушания Шримад Бхагавата Катхи. Тот же самый пример, почему Шримад Хакур не может войти в Расалилу, почему в Биомаре писаться душат аскезы. Можно вопрос туда по-другому? Может быть, потому что там нет тех рас на Вайкунхе, которые есть в Шримад Бхагаватам, может быть, поэтому? Извини, я другой. В Шримад Бхагаватам есть раса, определенная раса. Вайкунха, это шанти-раса. Шанти-раса. На Галоке уже все остальные расы проявлены. Может быть, поэтому нету на Вайкунхе, что там только шанти-раса. Это тоже есть одна причина. Там дасе рас тоже есть. Но там есть немножко как Ашвар там. Там дасе рас есть Ашвар. So, this is the glory, like this, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj. When Narayan, he gave darshan to Dhruva, then Dhruva, he want, oh, I want Vaishnava associates. He don't want Narayan associates. Когда Dhruva Maharaj получил darshan Господу, Господ спрашивает, что ты хочешь? Он сказал, что я хочу общаться с вашим преданным. Он не сказал, я хочу общаться с вам. Я хочу общаться с вашим преданным, он сказал. Господь спрашивает, почему ты не хочешь, общения с моим преданным, ты уже получил мой даршан. Когда Господь спрашивает, что почему ты хочешь сейчас общение моей преданной, почему ты получил мой даршан? Он сам Дхрува Махарадж сказал, что слушать Харикатха вместе ваш преданный больше нектарный, чем слушать или читать Харикатха сам. Потому он сказал, я хочу общение ваш преданный. Гаура Премананда. Сколько времени здесь? 12. Уже все, да? Да, да. Вон Махарадж по такому поводу спрашивает. Ну что, понял? Я не понял. Совершенно базу не поймешь. Hare Krishna, Hare Bol. Evening time, you can try. Я не буду слушать Шримад Бхагаватам. Лекин, хам, я чахата хам, ин логу ко, я хочу, что до этого, что я поехал отсюда, я хочу, что там вам даст. Я хочу, что все пришли вместо ручка, тетрад или блокнот. Есть момент такие, что когда уже живут с Гудхами или здесь, то есть иногда не бывает переводчиков, но я слушаю катху из уст преданного. То есть как она ложится? Принимает ее джива или нет? Если нету, перевод. Бенгали слушаете? Да, я бенгали слушаю. Шабда Брама вчера говорил про это. Ухо входит. Это не простое слово, это шабда Брахма. Наш Парам Гурудев сказал один раз. Когда
Один раз наш Парам Гурудев сказал, что если какой-то вайшнав сидит только, и харикатха тоже даже не говорит, он просто сидит и джапа читает или бхаджан соблюдает, тогда если мы сидим близко у него, тогда можно читать, что энергия, что приходит от его тела, это тоже нам помогает. Это духовная энергия. Если идти харикатха, это Бхагаван ки катха хай. Если когда харикатха бангла мен, какар да хари котха хай, ла хари кахан и ла хари катха мен, Бхагаван катха джа, у сакхят Бхагаван ки бхастари. По-бенгальски это есть один, как можно сказать, есть такой вопрос, Хари Котхай, это переводится Де Хари, там ответ есть Хари Катхай, то Хари есть, где есть Катха. Вот так. So, Хари Кришна. Окей. Хари Кришна, окей. А там, где мы хотим Катха говорить, आप नए लोग कैसे प्रचार करोगे किस रूप में उसको भी हम थोड़ा पहले क्लास में बोलेंगे я хочу что-то вам сказать еще что как вы можете проповедовать другому это новый предмет я это то ли как бы лучше мне хочу это класс да मैं बंदों को बोलते नहीं बोले ठीक है जब यहाँ पे एक केरोसिन का डब्बा पड़ा हो कमरे में कोने में तो पूरे कमरे में बदबू आ जाती है अगर वैष्णव के पास जाएंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा Я слышал сам, что один раз Гурудев сказал сам, он сказал, если какой-то бак сидит здесь, там, далеко, это комната, в зале, да, и там есть нефть, и там целый комнат будет запах нефть, это есть материальный. Если это материальный вещь, такой сильный запах может дать, такой сильный эффект может дать целый зал, если какой-то трансцендентальный кто-то сидит здесь, он никакой эффект не дает. Это Гурудев так сказал. Окей? Okay. Понял? Тоже дают такой же эффект, как запах. А? Не совсем. Что? Сильный эффект. Эффект что? Эффект, а, эффект, эффект такой есть, же, как эффект, запах. Плохой, это не мы говорим. У него какой-то эффект есть. Ну, когда у него есть плохой эффект, ну, такой эффект есть. Вот так тоже, если вечно, тоже есть там где-то, он тоже дает эффект. Ну, конечно, это духовный эффект. Можно еще вопрос? Еще вопрос. Например, я даю харикатху. Я не возвышенный преданный. Это Шабда Брахман или нет? Это не седа. Вы говорите, что если я говорю харикатха, и я не харикатхи, то я не харикатхи. Я сказал, что я не харикатхи. बात सच थोड़ी है हमारे गुरुदेव की हरी कथा बोल रहे हैं शब्द ब्रह्म का हम बोल रहे हैं अपना मिक्स कर लेंगे सब ब्रह्म का तब भी हम लोग अंदर में डिस्कशन करनी चाहिए आप सब समझिए Но все равно он сказал, что нам надо проповедовать, нам надо друг другу надо рассказать и слушать. Когда мы как сад мы чалан не лежат. Это один раз не можно пригнуть там. Постепенно. Аббас, аббас, мы хотим когда дискуссию говорить. Обязательно нам надо говорить харикатха друг другу. Хари Кришна, это, you know, my Gurudev sometime telling, you know, my Gurudev, когда Кришна Гурудев किसी शिष्य ने कहा, जे मैं तो बहुत दूर में रहता हूँ कथा में कभी 15 दिन में महीना में कभी आता हूँ सप्ताह में कभी आता हूँ पर जब ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो चेतन भागवत सोचनी चाहिए वृंदावन राष्ट्र को संग है जब हम शिक्षाष्ट के पढ़ते हैं महाप का संग Один раз он сказал, один мой духовный брат был, и он просил мой Гурудеву. Он сказал, о Гурудев, я живу очень далеко, я живу и постоянно я не могу общаться с вами, я могу приехать столько, может быть, 15 дней или один месяц один раз, и я как я могу общаться с вами? Как я могу общаться с чистым преданным? Он сказал, что когда вы дома читаете Шримад Бхагаватам, тогда можно читать, что вы получили общение Кришнадас Кавирай Госвами. Вы читали Чайтанья Бхагаватам, тогда вы получили общение Вриндаван Дас Тхакур. И когда вы читали Шикшаштака, тогда читаете, что вы получили общение Чайтанья Махапрабху. И вот так. Если вот так можно читать, что когда мы читаем Харикатха от чистых преданий, тогда мы будем читать, и там мы общение получаем, это преданий. Кому, какой книги или какой стих, что мы читаем. Окей? Если Хари Кришна мы хотим, и бхакта локанда мы чо сай,
Я хочу, чтобы вы стали немножко живой, не мертвый. Я не вижу, что вы стали больше и больше. Я вижу каждый лет меньше и меньше преданных здесь приходит. Аригато. Я хочу, чтобы ваша семья стала большой. Много преданных были. Вечером придут. Да? Вечером много будет. Вечером будет большая семья, да? Ну что это будет? Все. В прошлом году был маленький зал, и поэтому казалось, что много людей. Были... Сейчас зал большой, поэтому кажется, что людей мало. Приезжих много. Одну секунду. 70 человек там тоже 70, здесь тоже 70. Полтора всегда меньше. Здесь не будет, да, 70. Приезжих было много. Приезжих было много лучше. С трех городов. Приезжих было к нам. Зал был маленький. Он сказал, что я не хотел это сказать, что сколько там, 70 были или здесь, 80, здесь больше стали, это я не могу, я хочу читать. Он сказал, я хочу, что каждый человек, вы, то близко у вас, это у него можно проповедовать, что каждый человек, минимум один-два преданный, что ваш помощь пришел здесь. Если вам цель нету, тогда ничего нет. Если у нас цель нету, тогда что мы будем работать? Для что? Если кто-то хочет стать инженер или что-то, он хочет стать программист, тогда он до этого 10 лет он учит себе, что 10, у него есть цель, что после 10 лет, через 10 лет я буду врач или инженер. Вот так у него цель есть. Потом он работает 10 лет. И вот так тоже. Вот так тоже. У нас тоже такой должен быть цель, что мы будем сам соблюдать все Анга Бхакти и другому тоже мы поможем. Я хочу, что всем вам была вечером один ручка и тетрад или Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Yeah.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
Hare Hare.